Здравствуйте, дорогие друзья, вы смотрите бокс. Перед вами мексиканец, обладатель двух золотых поясов. Целует, хочет кого-то, он поцеловал, да. Мама, наверное, мама симпатичная такая. Ох, она провожает своего сына. Он, о, мексиканцы со своими флагами, обратите, как они радуют. И Михарес тоже, Кристиан Михарес, обладатель двух золотых поясов, дорогие друзья. И третий, который не хватает, находится у Ахтанга Дарченяна, который сейчас на ваших экранах. Обратите внимание на него, хищный взгляд, бычий взгляд, когда свежей травы весной наедаются быки, вот так они смотрят, когда угрожают друг другу. Он сказал, Михарес бросил вызов, иди сюда, говорит, давай я у тебя пояс отберу, третий пояс. И Михарес, Дарченян сказал, я его там поломаю. Вот судья наш, Море, здравствуй, Море, повернись там, что ты не узнаешь, что ли? О, молодец. Михарес доволен. Дорогие друзья, в вольной борьбе древний мировой спорт. У, Мексика ликует. Из-за армян изменили правила. Борцы не хотели наклоняться в партер. Партер отменили. Это что, Брежнев в Ереване не решился поднять упавший рубль? Ох, сейчас объявляет Дарченян. Смотрите. О, молодец, красавец. Армянский флаг за ним. Смотрите. Их какие-то армяне тоже нашлись в Калифорнии. Удивительный народ это армяне. Армяне сами сочиняют анекдоты про других. Через свое радио есть такой всеобщий справочник. Они отвечают на любой вопрос, кто бы их не задавал. Идет борьба взглядов. Михарис улыбается, анекдот вспомнил. Дарченян намекает, что сейчас будет еще один анекдот. Хотя шутить ему все же уже опасно. Он бросил вызов филиппинцу, поехал к ним из Австралии. Встретился на Ниту Данейром, это второй человек, второй боксер после Мэнни Пакьяо. Там Дарченяну было не до шуток. Всякой бывает боксер. Михарис изматывает соперника долгим боем. Очень выносливый. У него нет мощного удара, но он долгий играющий боксер. В Дарченяна попасть невозможно. Удивительно, корявая какая-то стойка. Это боксер или кто? Трудно очень сказать. Но тем не менее, в него попасть невозможно. Он уходит. Оба боксера, смотрите, правосторонние стойки. Они левши. Дарченян профессиональный нокаутер. Он нокаутом только выигрывает. Все время. Или он проигрывает, но выигрывает только нокаутом. Вот такой мощный удар левой. Не знаю сейчас, как он пробьется. Он старше уже, вот 32 года все-таки. О, попал! Попал, да, стой, ура! Вот это да! Мексика на коленях, дорогие друзья. Что здесь-то? Это фантастика! Тишина! Мексиканцы встали! Неужели это чудо? Вы же знаете сейчас, на первом мире больше никого нету им равных. Это Дарченян. Что здесь натворил, дорогие друзья? Первый раунд завершился. Судья, молодец судья, вообще не вмешивается. Он не выпячивает себя и не говорит, какой я такой красавчик. И вот теперь посмотрим. А, вот повтор. Как это было? Как это было, Дарченян? Посмотри. Вот это. Да. Восьмой раунд, и посмотрите, Дарченян уже устал, а Михарис наращивает темп. Все больше и больше уже начинают мексиканцы подниматься. Это все происходит в Америке, дорогие, в Калифорнии, там Арнольд Шварценеггер, наш друг, там находится губернатором. Он живет в Австралии, но вы знаете, посмотрите, у него на груди, на поясе написал, он спитак. Они очень сильно любят свою родину, как евреи. Все евреи тоже любят Израиль. Они все там кто-то израильтяне, но нормальные евреи живут там, где им нравится. Любовь к родине сохраняется, и этим ударом он сваливает окончательно человека, который бросил ему вызов. Вот он, мексиканец, дорогие друзья, Баррера, Моралес. Кто только у них нету, величайший боксер, и вдруг поехал Ахтанг Дарченян. Я вам еще одну бабу. О, это что там, зимние шапки. Фотограф выступит, там что, холод что ли наступит, там ураган. Вот это да, фантастика. Кто вышел? Вери Шоу, дорогие друзья, это вот. Говорил я тебе? Говорил, вставай, говорит. На колени падает сильнейший продюсер Америки перед Дарченян. Дорогие друзья, вот это да. Дарченян блестяще исполнил боксерскую симфонию. Весь мир говорил, Дарченян вышел позориться. Он проиграет первый же раунд, до третьего не дотянет. Не дотянул, дотянул, перетянул и положил на место того, кто так и взял сразу два пояса. Теперь он обладатель трех поясов. И вот триумф армянского бокса. Знал бы Янь Габарян, что такой гений вырастет на армянской земле и через Австралию проберется в Мексику и станет таким великим чемпионом.